В Алтайском крае увеличилось поголовье крупнорогатого скота с начала года на целых 20%. Об этом сообщает Алтай-Крайстат. Сегодня в фермерских хозяйствах региона содержится почти 900 тысяч голов скота. За год их число увеличилось на 14,5 тысяч. Поголовье овец и коз в крае составляет 300 тысяч. Прирост за год 8 тысяч голов. Большая часть овец и коз, по данным Алтай-Крайстата, содержится в личных подсобных хозяйствах. На втором месте – фермерские. На последнем – сельхозпредприятия. По мнению специалистов, стремительный рост показателей в животноводстве – следствие взятого курса на импортозамещение.